Всем добрый вечер, товарищи. Это третье видео на тему закона о беспилотниках или запрете закона о беспилотниках. В принципе, воевать методами петиций нет никакого смысла, потому что петиции были написаны неоднократно на различных сайтах. И на одном из самых популярных сайтов я обнаружил, что эту петицию подписали всего 5 человек. Но это ни о чем, как вы понимаете, абсолютно. То есть получается, что наша тема особо никому не интересна. Ну ладно, я пошел другим путем. Я записал видеообращение через сайт Москва Путину. Надеюсь, что, конечно, не знаю, смешно, наверное, надеяться, потому что нас очень мало, да, с таким вопросом. Но все-таки попытка не пытка, да, тем более, что обещают, что обращение они как-то рассматривают. Ну, допустим, поверим им, что обращение они рассматривают и, возможно, как-то донесут это до президента. Но я думаю, что донесут они до этого в любом случае, только в том случае, если таких обращений будет, ну, достаточно, да, то есть не просто одно-два, да, то есть, а будет достаточно. Поэтому я, собственно говоря, прошу вас, мои подписчики, да и, в принципе, всех, кто смотрит это видео, у кого солидарность, так скажем, с нашей проблемой по запрету полетов на беспилотниках и авиамоделизму, да, который вот запретили законом в России, хотелось бы, чтобы вы поддержали и зашли на сайт Москва Путину и оставили там свое обращение на эту тему. Я буду вам благодарен, да и не только я. Я думаю, что все моделисты, по крайней мере, должны хоть что-то сделать, чтобы этот закон либо пока что убрали, либо смягчили. Ну, в общем, что-то надо делать. В любом случае, даже на этом моя борьба в этом отношении не закончится. Ну, дальше будут более жесткие радикальные меры, наверное. То есть это банально выходить с беспилотником, летать и, что называется, напрашиваться на неприятности. Но выбора у нас нет. Либо мы будем бороться, либо мы просто примем это и наши беспилотники поставим на полочку. Я этого не хочу. Да и, в принципе, те люди, которые этим занимаются, не один и не два года, они должны понимать, что мы не из тех, кто собрал модель, да, и поставил ее на полочку для красоты. Наша модель красива в полете. Наши модели красивы в полете. Ну вот, и мы хотим, чтобы они, и я хочу, чтобы они именно летали, а не стояли на полочке. Всем спасибо, всем пока. Надеюсь, что вы меня поддержите. Ну, посмотрим. 14 апреля покажет, услышит нас Владимир Владимирович или нет.